Прокуратура решила ограничить расходы депутатов Омского городского совета. Требования рассмотрели на заседании комитета муниципального парламента. 20 тысяч рублей в месяц народные избранники могут тратить на представительские цели. В прокуратуре решили конкретизировать их. Так, например, теперь депутаты смогут дарить подарки не на любом торжестве, куда приглашены, а только если приглашение официальное по случаю государственных праздников. Ограничат законотворцев и в телефонных переговорах. Оплачиваться будут расходы только на один номер и за разговоры внутри региона. Также из представительского фонда можно оплачивать поездки на муниципальном транспорте в черте города. Сейчас практика показывает, что есть экономия этих средств. Ради бога, в бюджете больше останется. То есть меньше мы израсходуем на представительские, вот на эти цели. Потому что они действительно бывают важными и обоснованными, но вопрос именно справедливо поставлен прокуратурой в условиях дефицита бюджета, чтобы здесь средства использовались эффективно и более строго, и был контроль за их расходами, за их направлением. Вот контрольно-счетная палата обнаружила нарушение в деятельности муниципального предприятия «Земля и недвижимость», которое специализировалось на проведении кадастровой оценки, но имело отрицательную рентабельность и долги около 7 миллионов рублей. Что странно, так как эта сфера считается высокоприбыльной. Кроме того, на предприятии заказывали услуги у одноименного общества с ограниченной ответственностью, что намекает на коррупционные схемы. Депутаты попросили прокуратуру провести проверку.